ближайшие колонки тоже не работали. Ездили в близлежащие районы за водой, липукной водой, как сказать, пользовались. Ну, просто вот на благо, на наше время мы оставили уличный туалет. У нас как бы присутствует еще. И думаю, что мы его все-таки оставим на всякий случай. Да и в сарае даже мы нашли машинку механическую, которая работает. То есть старого типа, который уже считается как раритет. И стирали ей. То есть как-то вот выходили из положения. Казань, 21 век. Да. Вот она, моя машинка, которая меня спасла этот раз. Даже в сарай пока не отправлю. Вот я ее решила поставить водичку. И пусть она у меня стоит. Одну сотку к этой трубе, я думаю, что это нормально. Тем более у нас появилась информация, что водоканал уже получил разрешение для подключения своих, значит, потребителей, двух потребителей к этому водоводу. То есть прецедент есть, но почему-то, ну, вот, жилой массив старой горки как-то вот остался за скобками. We'll be right back.